Всех приветствуем. Мы продолжаем проходить Биошочек. Да, вот этого, блядь, мешочек ёбаный, блядь. Что сказал, хуй его знает. Продолжаем проходить Биошок. Может, серии мы, блядь, я просто в шоке был. Четверых роботов. Блядь, пиздец. За раз. Ёбаный рот. Создали с вами какую-то хуйню. Здорово для чего-то. И сейчас будем ее использовать. Саша, поудобнее. Давай чайку, кофейку. Прямо ночи пить, кофе пить, пить воды. Прямо пить, такое кушать. Прямо просмотра. Саша, поудобнее. Давайте плядик. Прямо просмотра еще раз. А мы начинаем. О, блядь. Что мне нравилось, ты, блядь? Думаешь, я так предсказуем? До свидания, нахуй. Отец, почему ты оставил меня? Камушка, мальчик. Избудут. Мы думали, что спрячемся тут от света, но мы ошиблись. Так, так, так. О, благодать. Я слышу, мама! Мы тебя утопим! Блядь, сейчас допрыгаешься, нахуй. Давай! Беги, трус! На нахуй! Допрыгался? Допрыгался, мальчик? Что, как? Понравилось? Да. Я думаю, понравилось тебе даже очень. Да, револьвер такая? Револьвер, блядь. Такая за третья арбалет. Я прям не могу. Мужик, за тебя. Давай. Блять, ты куда? Блин, дьяволу. Ты куда? Брус. Ненавижу тебя. На нахуй. Ты сосёшь хуйца, ты, блядь. Так, подожди. Что мне нужно? Картечь? А, картечь купить. Блять, ну ёбаный. Да нам, блять. Не шевелись! На нахуй. Не шевелюсь. Ни разу вообще. Бля, ёбаный рот, ты, блядь, вообще без шума. С тобой нахуй только вот так и играй, блядь. Мой папа умеет штейн. Это нечем для нас есть. И может прожечь огонь, щелкнув пальцем. Но я тоже какой-то наемный убийца. Нет, если ты не приходишь в саду собирателей, наверное, я могла бы согласиться. Все умные папы заряжаются в саду. На 315. Я верила во все это. Верила в Райна. Но когда дела пошли скверно, Райн сам перестал верить в восторг. Перестал верить в великую цепь. Он верил только в силу. А теперь здесь все трещит по швам. И моя дочурка пропала. Даже хуже, чем пропала. Стала одной из этих тварей. Так что же я, убийца?
Но вот сейчас мы это выясним. Иди ты нахуй. Видит она, блядь. Блядь. Так, ячейка боевого тоника. Раз. Ага, души. Ячейка физическая, то есть 100%. Плазмидная ячейка. Слушай, не здоровье, вот давай, блядь. Чё-то... Получается меньше урона, электричество выносит больше урона, когда атакуете с получили. Вы несете меньше урона от огня и сами наносите больше урона, используя огонь. Ну давай. Чё здесь у нас? Вы несете меньше урона от огня и сами наносите больше урона, используя огонь. Так, укрепляем броня, исследование урона, физический разрядник, держатель, давай тут нахуй. Блин, на самом деле прям вот... Честно, хочется прям вот много чего. Давай мы 100 здоровья апнем Еву. Попробуем что-то. Вас преследуют враги. Не отвлекитесь с помощью промахи, пусть достанется ей, а не вам. Отвлеките внимание врагов и выиграйте время в опасной ситуации. Сожгите врага в 1000 градусов. Это я знаю. Так, ну что, ебать, сохраняемся с вами и let's go. Попробуем новую способность. Пизда, давай. Блять, тварь. На нахуй. Все, мальчик, поговорил. Ты смотри, ебать. Теперь у нас револьвер прокачанный, ебать. Револьвер, блять. Ну, арбалет, нахуй, ладно. Не просто так дают всем. О, да ладно, слышь, смотри. Интересно. Такое впечатление, что океану не терпится затопить Восторг. Это случилось сразу после начала войны. Читал об этом в газетах. Погоди, сейчас посмотрим, что можно раскопать. Ну, попробуем чисто так. Чисто так посмотрим, что это такое вообще. Сохранимся, блядь. Ну его нахуй. Ну шо? О, еба. О, блядь. Увеличивает бонус урон, полученный от исследования. Получите больше пользы от своих исследований благодаря исследованию урона. Никогда прежде ваша научная работа не была такой эффективной.
Да, посмотрим, что это. Попробуем. Я говорил, что вроде хуйня, но ладно. Эй, блядь. Прошу прощения. Прошу прощения. Вообще похуй. Смотри, что он творит. Мальчик, ты чё, блядь? Они все
мертвы? Надеюсь, что так. А ему пора направляться к ядру. Возможно, нужное слово придет на ум. Ностальгия. Вас слушает частый сирен безопасности, уменьшить приятное ощущение с помощью крайчевца сирен. Спасибо, блядь. Ох, бля. Че, это финал получается или что, блядь? Вроде нет. Тихо, брат, брат, тихо. Не стал же творить. Да, смотри, какая-то. Все позасохается. Я молот его и язык. Thank you.
Бля, это вообще пизда, что тут творится, ребят. Пошел. Лутаем, лутаем. Лутаем, лутаем, лутаем. Сейчас, подожди, я залутаю, все хорошо. На дядя. Единственное, что для меня важно, это я сам. А все, что важно тебе, это ты. Такова природа вещей. Офис. Даже в книге. О, кого я вижу, блядь. Найти правду. Выяснил свое время для всякой вещи. И теперь, когда я вижу тебя во плоти, я понимаю, что у меня рука не поднимется на тебя, но знай, ты самое мое большое разочарование. Твой хозяин слышит меня? Атлас, ты можешь меня убить, но ты не получишь мой город. Моя сила не в огне и стали. Это то, чего паразитам никогда не понять. Свое время для всякой вещи. Время жить и время умирать. Время строить и время уничтожать. Пойдем, дитя мое. Нам осталось поговорить еще об этом. Что? Райан ввел программу саморазрушения ядра? Это совсем не то, что ты думал. Он намерен уничтожить весь этот проклятый город. Скорее туда. И прикончи этого маньяка, пока все не взлетело на воздух. Ебать, сейчас босс, ребят. Ребятки, босс. Александр пытались объяснить мне механизм, но сушенка им не верит. Пизда, блядь. Они говорят о реконструкции плазмидов, о квантовом смещении. А потом, бах, и мертвецы возвращаются к жизни. Чушь. Конечно, Райан позволит это настроить для испытаний только на свои генетические частоты. Давай, блядь. Let's go, нахуй, ёбок. Давай, иди сюда, блядь. Блядь, босс, нахуй. Убийца преодолел последний рубеж обороны, и теперь он идет за мной. В конечном итоге, чем отличается человек от раба? Деньги? Власть? Нет. Человек делает выбор. Раб повинуется. Думаешь, у тебя есть воспоминания? Ферма, семья, самолет, катастрофа. И потом это место. Но была ли там и вправду семья?
и потерпел ли самолет аварию или его угнали, заставил сесть, и сделал это не человек. Нечто выращенное специально, чтобы идти как лунатик по жизни, пока его не включит некая простая фраза хозяина. Был ли послан на убийство человек или раб? Человек выбирает, раб повинуется. Входи. Остановись, будь любезен. Будь любезен. Слова, имеющие власть. Знакомые слова? Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, сделай это. Пожалуйста, найди. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, найди Райана и убей этого мерзавца. Сядь, будь любезен. Встань, будь любезен. Беги! Стой! Повернись! Человек выбирает. Раб повинуется! Убей! Человек выбирает! Раб повинуется! Сунь его в эту чертову машину! Да ну нахуй! Да ну нахуй! Вытаскивай, нахуй! Вытаскивай! Осторожней, мистер! Поебашили, давай! Иди за мной! Иду, иду, иду! Блядь! О, девочки! Я пойдем вот, за мной! Я знал, что, блядь, не зря их спасаю! Блядь! Хаос Олимпа. Блять, да ну нахуй. Я думал, что типа, ну реально, мы челику помогаем, этот злодей, а по факту он, блядь, сказал,
якобы злодей, якобы злодей сказал нам по факту, что нашего главного героя создали. Дитя. Добро пожаловать в твой родной город. Ты злишься на Фонтейна, да? Теперь ты знаешь правду. Ты был его орудием. Тебя вернули в восторг, чтобы ты спас его. Ты спас моих малышек. Я перед тобой в долгу. Пока ты спишь, я уберу часть ментального влияния Фонтейна. Он больше не имеет над тобой полной власти, однако способен еще потянуть за ниточки. И это будет неприятно. Охуеть. Мы поместили в твой разум массу замков и запоров. У Фонтейна есть большая часть ключей, но не все. Сушонг создал твой разум, научил Фонтейна управлять тобой. Ты можешь найти ответы в квартире Сушонга. Да, это совсем все в курсе. Да, да. Кровь! Я истекаю кровью! Видишься меня? Давай, давай. Ты бегаешь, как девка! Смотри, смотри, что у меня. Смотри, смотри, что у меня. Моя территория! Моя! Ха-ха,
делай! Беги, беги, как девчонка! Неплохо! Неплохо! Там еще есть! Да, это тебя не спасет, придурок! Каждая моя минута денег стоит. Ну ладно. Трус, вонючий трус. Окей. Ну, здесь много лута, скажешь, зачем ты это сделал? Ну как ты мог? Даже он подевался. И никто! Никто! Сосёшь. Ну, хоть так. Да это все что? Надо бы дедган, конечно, попрокачивать. Надо бы дедган прокачивать, конечно, да. Давай, сохранимся, давай. Да, ребят. Ёбок. Без толку хуярец. Я тебе базарю, с ним без толку хуярец. Вообще без толку хуярец здесь. Четверга будет новый комендант. Нарушители будут вырваны на поле. Просто бежим, ну нахуй. Где ты, кто, блядь? Здесь есть правила. Сосёшь своим правилами.
кардавр. Вот он, вот он. Это не я, это вот он. Это не я, это сон. На, блядь, для тебя, челик. Просто вот так пробежал, ребят. Фонтейн превратился в пугало для жителей Восторга. И этот миф дал ему власть над ними. Однако уберите все наносное и увидите простого мошенника. И как любой мошенник, он больше всего боится, что его самого надуют. Вот зачем он заказал образец 192. Антидот от плазмидов ментального контроля. Фонтейн строго-настрого мне запретил рассказывать кому-либо об антидоте. И Сушон, конечно, послушался. Я так и знала, что что-то за этим кроется. Сушонг вечно что-то скрывал. У него всегда были свои секреты. Наверняка он держал этот образец 192 в своих лабораториях у площади Аполлона. Но как-то раз я украла одну дозу и спрятала ее у себя дома на втором этаже. Я понятия не имела, что это такое, но подозревала, что мерцавец замыслил недоброе. И решила приглядывать за ним. О, еще мне. Знаю, что делать. Тварь. Ребят, ну это пиздец. Как мне проходить сквозь них? Просто каким образом мы должны пройти? Тут ноль. Эй, разделите! Разделите! Бля. Давай, проныра! Разворачивайте и беги! Что, блядь? А тебе похуй? Да ебать! Что, мальчик, не хочешь что заходить, да?
Блядь, дай мне аптеку, пожалуйста. Короче, здесь все надо в хилку, я понял, да, херачить. Они прям, ну, это пизда, ребят. Я хера с чего их херачить вообще. Проигрываешь, ты в курсе? Не беги, трусливая свинья! Да ему похуй на это, а? Собственно, добрый вечер. Я диспетчер, блядь. Ну, хоть так. Я вообще сейчас не готов ни с кем херачиться, ребят, здесь. Вообще не готов. По Патрикам очень все плохо. Максимально все плохо. Это дура? Тетенька? Бля, че она за мной следует, слышишь? А че ты за мной идешь-то просто? А что за... На, блядь. Вот я, блядь. Пососало, блядь.
Чё за пизда вообще? Ты прикинь? Нет, ты прикинь? Мне еще пизда будет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хоть так, игра. Варь, блядь. Все начиналось, так хорошо все было. Ой, бля. Раз, все. Давайте на этом закончим. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Блин, телеграм-канал все в описании. Все в описании. Телеграм-канал на ваших. Телеграм-канал на ваших экранах. Там инсайды, не инсайды, уведомления видео и тому подобное. Все есть. Пишись, не даюсь. Будешь первым знать, когда вышло видео. И баним сперва. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вам сложно не вредно продвижение канала, как-никак. То большая часть аудитории смотрит. Без подписки, а такое не прощается вообще-то. Спасибо за просмотр еще раз. Увидимся в следующих сериях. Давайте.